Здравствуйте. Вот решил опять летом снять. Ростокин. Сверху 14 этажа. Всех поздравляю с Селеным днем, праздником военно-десантных воздушных войск. Это вот каменный цветок здесь у нас. Там эти небоскребы. Триколор. Улица Бажова, сквер, храм. Видно Москву. Проспект Мира. Там с деревьями река внизу. Там ВДНХ, Станкин. Гостиница «Космос» серая вот тут. Там район Алексеевский. Наша улица Малахитовая внизу. Да, после жары, после дождики. Ну, не всегда. Вот я с того дома сниму. Около храма. Напротив. Не всегда удается поймать солнечную погоду. Я в этом доме не живу. Тут надо и зайти, и подняться, чтобы пустили. Выбирать не приходится. Солнца сегодня будет, но у меня еще другие дела есть. Всем спасибо. Я снимал уже отсюда. Ну, в другое время года, по-моему. А сейчас лето, август. От клумбы в Ростокино. Сквере Бажова. Этот бюст самому Бажову. Сказки ее. Сквер. Ну, я в сквере снимал. Здесь просто прохожу. Близко. Там он далеко, вдали памятник дворнику стоит у нас. Это сама улица Бажова. Рябина есть, тут сказал, рябины нет. Вот рябинное дерево растет. Красно. Из нее вино делают. Но не здесь, не из города, это за городом. Всем спасибо, можно до свидания.